Привет, друзья! И в данном ролике хотел бы вам показать, как мы можем реализовать игру в крестики-нолики на React.js. Ну что мы тут видим? Мы тут видим, что есть информация о том, чей сейчас ход, и мы можем этот ход сделать. Как только мы делаем первый ход, у нас сразу показывается, что сейчас ходит уже нолик, а не крестик. Мы так ходим, и как только кто-то побеждает, то у нас сразу выводится здесь победитель, и поле становится дальше неактивным. И чтобы начать новую игру, у нас есть кнопочка «Очистить поле». Мы очищаем поле и можем играть заново. Как видите, вот поле неактивное. Ну что ж, давайте приступим. Для этого сейчас создадим новый проект и уже приступим к разработке. Так, я создал новую папку, и давайте здесь проинициализируем наш React-проект через Create React App. npx Create React App и назову, к примеру, Game. Все, теперь подождем, пока установятся все наши пакеты, и как только они установятся, мы с вами продолжим. Все, все необходимые пакеты установлены, и можем приступать. Давайте перейдем в наш проект и сразу его запустим. И пока он запускается, почистим от всего ненужного его. Удалим тесты. Лого, Web Vitals. В паблике тоже удалим все лого, манифесты, robots. Так, index.js. Вызов функции уберем. И импорт. Index.css можем почистить. App.js. Давайте он нам будет возвращать пока что что-нибудь. И удалим лого. И index.html тоже почистим. Так, ну вроде окей. Давайте проверим. Да, все работает. И давайте сразу подключим какой-то шрифт. Давайте возьмем лата. Обычный. И давайте его сразу установим для всех наших элементов. Зайдем в App.js, точнее в App.css. Почистим здесь все и сделаем маленькое обнуление. Margin 0, padding 0, box sizing border box и установим шрифт. Так, ну в принципе вроде бы все. Мы не будем пользоваться препроцессорами, потому что у нас CSS будет довольно-таки мало, поэтому будем писать на обычном CSS. Единственное, что вам порекомендую, это установить дополнение к React, которое называется JS, JSX Snippets. Я его только недавно поставил, но уже ощутил его в работе. Довольно-таки помогает, удобно. К примеру, если мы перейдем в App.js, и мы хотим здесь импортировать React. Мы пишем IMR, нажимаем Tab, и у нас импортируется сразу библиотека React. Но что более удобное, это при создании новых компонентов. Давайте создадим папочку Components. И нам понадобится... Файл создал. И нам понадобится три компонента. Первый компонент — это компонент самой игры, самой логикой. Будет называться game.jsx. Второй компонент — это будет наша доска для игры board.jsx. И третий компонент — это будет ячейка square.jsx. И также создадим дополнительно файлики CSS. И square CSS. Есть. И теперь в чем прелесть еще этого плагина. Смотрите, допустим, нам нужно создать функциональный классовый компонент, неважно. Ну, обычно, да, React компонент. Для этого, чтобы сделать функциональный компонент, мы пишем
RFC, нажимаем Tab. Как видите, у нас разворачивается полная структура функционального компонента. То есть у нас есть импорт React, у нас есть сам компонент и у нас есть сразу автоматически его экспорт. Как можете заметить, тут сразу уже у него название подтягивается из названия этого файла, который мы создали. То есть довольно-таки быстро мы разворачиваем структуру любого компонента, что очень удобно. И давайте сразу импортируем стили. Так, это у нас game. И здесь не забываем ставить расширение. Есть. Также board. То же самое. RFC. Нажимаем tab. И у нас, видите, уже есть компонент. Готовый board. И также импортируем стили. И square. RFC. Я по привычке выбираю точки с запятой, мне с ними неудобно работать. И тоже импортируем стили. Это у нас square.css. Есть. И давайте, наверное, это все немножко застилизуем. Давайте пока я все это закрою. И начнем мы с компонента game. Давайте, во-первых, его будем уже импортировать в наш app. И дальше game нам будет возвращать div с классом wrapper, внутри которого уже мы будем помещать доску и кнопки. Давайте пока стилизуем наш wrapper. Он у нас будет min height 100 view height, width 100%, background пускай будет 2-2-2-2-2-2. Оп. Дальше он будет display flex, justify content center, align items center и flex direction column. Ну, в принципе, вроде ок. Дальше. Дальше у нас идет компонент доски. Board. Он будет нам возвращать тоже div с классом board. И также мы можем его стилизовать. У нас будет он шириной 300, высотой 300. Давайте дадим какой-то ему бэкграунд, чтобы мы могли увидеть, работает ли это у нас все. И в компонент game мы импортируем внутрь board. Посмотрим. Это можно закрыть. Да, у нас он выводится, отлично. Дальше нам нужно square, да, наши ячейки. Каждая ячейка это у нас будет кнопка, по которой мы потом будем кликать. Поэтому пишем button. И с классом она будет пока что у нас square. И контент пускай будет пока просто x. И теперь можем его тоже стилизовать. Он у нас будет шириной 100, высотой 100. Бэкграунд будет белый. Бордер 1 пиксель solid. И такой же будет, как цвет фона. И давайте посмотрим, что там у нас получилось. Угу. Его теперь нужно вывести. Смотрите, у нас, да, логично, что на доске у нас 9 ячеек, да, то есть 3 на 3. То есть мы будем на доске. Где наша доска? Здесь мы вводим компонент square. И нам нужно его пока что вывести 9 раз, да? Потому что у нас 9 ячеек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сохраняем, переходим, смотрим. В принципе, уже окей. Так, square. Поставим курсор pointer. Уберем outline. Font size сделаем побольше, 60 пикселей, к примеру. Display flex, justify content center, align items center. Да, и нам доске нужно задать тоже display flex и flex wrap.
Есть. И теперь. Давайте зададим какой-то маленький, небольшой такой hover с transition. Square. У нас будет меняться background на какой-нибудь такой. Добавим transition из. Все, в принципе, окей. Дальше. Что нам нужно дальше? А дальше нам нужно, в принципе, с оформлением все, да? Буксайзинг применился, нет? Применился какой-то, кажется, отступ сверху большой. Ну ладно, не суть. В общем, в принципе, из оформления мы сделали все, что хотели. Теперь приступаем уже непосредственно к разработке нашего приложения. Так, еще такой один маленький момент. Я саму логику определения победителя в костиках-ноликах я не писал, я просто нашел ее в интернете. Вот есть функция. Я все скопирую это. И просто создадим внутри нашего проекта, там где на уровне app.js, да, создадим функцию helper. Так я назову ее helper.js. И вставим сюда нашу функцию. То есть, ну что тут есть? Тут, в принципе, мы будем принимать массив с нашими ячейками. И внутрь мы создаем переменную lines. То есть, тут указан такой некий двумерный массив с возможными комбинациями для выигрыша. И дальше мы проходимся по этому массиву циклом. И определяем, что у нас должен получиться новый массив с тремя аргументами, которые равняются одному элементу из нашего двумерного массива, да, то есть какому-то из этих. И дальше мы сравниваем, что если у нас все вот эти три элемента совпадают в этом массиве, тогда мы его возвращаем, и у нас определяется победитель. Тут, в принципе, ничего сложного, в интернете куча разных реализаций данного функционала, но я нашел именно такой, поэтому будем использовать его. Что все, сохраняем данный файлик и переходим уже в наш файлик game.js. Так, и начнем мы создание стейтов. Давайте импортируем hook useState, потому что мы будем работать с хуками. И дальше. Во-первых, нам нужен стейт для самой доски. Да? То есть это будет изначально у нас массив. Поэтому мы делаем const, пускай будет board и setBoard, который будет равняться useState, и по умолчанию это у нас будет массив. То есть мы пишем array из 9 элементов. И каждый из них пока что будет заполнен просто пустой строкой. Или давайте null. Дальше нам нужно создать state для того, чтобы определить, кто ходит, то есть крестик или нолик. Для этого я ну, допустим, x is next. И также set x is next. Это тоже будет useState и по умолчанию true. То есть первым у нас будет ходить крестик. И дальше нам еще нужно будет определить победителя. То есть тут будет const winner, которая равняется. И тут нам нужно импортировать ту функцию, которую мы нашли в интернете. Она у нас называется calculateWinner. Давайте сразу ее импортируем. Import from. Так, выйти на уровень выше. И тут helper.js. И у нас будет определяться как calculateWinner из элемента board. Так, со стейтом вроде все ок. Дальше. Давайте сразу передадим наш стейт в доску. То есть передадим как squares. Что-то тут лишнего понаписал. Squares. И это будет у нас board.
Да, то есть мы передаем содержимого, содержимое, точнее, нашего массива, который у нас есть. По умолчанию у нас он пустой. Теперь, что нам нужно сделать дальше? Дальше давайте создадим функцию, которая будет отвечать за клик по нашей ячейке. Const. Я назову ее handleClick, которая будет принимать в себя некий индекс. Так, ну, во-первых, нам нужно здесь будет склонировать наш state board. То есть мы берем const board copy. Назову его так. Board copy. И клонируем наш board. Есть. Так. Теперь. У нас есть два момента, которые нам нужно здесь в этой функции сделать. Даже три. Первый момент. Это нам нужно определить, был ли клик уже по этой кнопке. То есть, если кнопка... если мы уже нажимали на какую-то ячейку, и там стоит крестик, то мы не можем туда поставить нолик. Да? То есть, определить... Был ли клик по ячейке или игра закончена, да, то есть если у нас игра закончилась, тогда мы тоже делаем нашу доску неактивной. Дальше нам нужно определить, что ставить, крестик или нолик. Определяем, определить чей ход. Возьмем крестик или нолик. И третье – это обновить наш state, да? Сохраняем. Теперь, как нам определить, был ли клик по ячейке, по данной, да? Или игра уже закончилась? Ну, как игра у нас заканчивается, мы уже знаем, да? У нас есть функция, которая определяет. То есть мы берем нашу функцию и мы спрашиваем, если данная функция уже отработала или наш board copy, да, то есть мы берем наш массив и спрашиваем, что у него есть некий индекс, да, то есть по умолчанию, потому что у нас данный массив пустой, то есть там нет никакого индекса. Когда мы только кликнули на него, то у нас там будет появляться некий индекс, и если этот индекс существует, здесь мы спрашиваем, то тогда мы return null. Да, только это нужно написать за скобками. То есть можно просто написать return. То есть мы не делаем ничего, если у нас есть победитель. Или у нас уже ячейка занята. Теперь, как мы будем определять, чей следующий ход? Ну, для этого мы создавали state x is next. То есть мы опять-таки, мы обращаемся к нашему board copy по индексу, и который равняется, если x is next, то тогда мы ставим крестик. В противном случае мы ставим нолик. То есть тут у нас происходит? У нас по умолчанию is x is next стоит в значении true, то есть он будет первым. Как только мы нажимаем на ячейку, то поскольку у нас срабатывает данное условие, тогда мы ставим x. В противном случае мы ставим y. И дальше нам нужно обновить наш state. То есть мы в setBoard устанавливаем board copy и обновляем наш state x is next. Мы ставим его в значение false. И мы ставим set x is next. И чтобы дать ему противоположное значение, мы просто ставим отрицание, да, знак вопроса, восклицательный знак, и x is next. И при каждом клике у нас будет меняться данное свойство на true либо false. То есть мы поставили, да, здесь, поставили x и сразу поменяли на false. Если false, следующий ход, тогда у нас будет ставиться нолик. И потом опять, как ставится нолик, мы
ставим его уже обратно в true и будет ставиться следующим крестик. И давайте эту функцию теперь передадим на нашу доску. Назову эту функцию click, да, как аргумент, и передадим сюда handle click. Есть. Теперь нам нужно перейти в наш элемент board. Мы переходим в board, и здесь у нас есть уже вот такая вот штука, которая нам не подходит. Смотрите, мы сюда передавали из гейма два параметра, да, squares и некую функцию. Здесь нам нужно их как пропсы принять, да, но мы сразу можем их развернуть, и мы принимаем squares, только с маленькой буквы, и функцию, которая у нас называется click. Окей. Теперь нам вот это вот не нужно выводить, потому что у нас есть squares, это массив, из которого мы должны вывести уже наши элементы. То есть мы ставим такие скобки и берем здесь squares, берем метод map, получаем некий square. Давайте возьмем его в скобки, потому что нужно еще нам получать некий индекс. И будем возвращать мы. Можно, в принципе, убрать фигурные скобки. Поставить круглые. И возвращаем мы уже JSX. Мы возвращаем square, наш элемент, да, у которого будет key, который будет равняться индексу. И у которого будет value. Это будет square. И здесь также нужна функция, да, которая на onClick идет. OnClick. Здесь мы пишем здесь у нас будет вызываться функция click с неким индексом. Есть. В принципе, на этом мы и закончили. И дальше мы переходим в компонент square. И здесь мы будем получать некие пропсы, да, потому что мы передаем здесь как value square. И нам теперь нужно это вывести, поэтому получаем пропсы. И здесь мы выводим просто props value. И также у нас есть тут onClick. Да, вешаем событие onClick. И мы тут функцию передавали. Какую мы там функцию передавали? Мы передавали функцию... А, мы ее так называли click. Точнее, onClick. И также вызываем функцию onClick, только мы ее берем из пропсов. Сохраняем. И теперь можем, в принципе, проверить, что у нас имеется. Так, у нас есть пустые ячейки. Мы нажимаем ставится x, 0x, 0x, 0. И давайте, а может тут никак не победим. Давайте проверим победу. x, 0, x, 0, x. Все, да, у нас крестик победил, поле становится неактивным. Теперь нам нужно вывести кнопочку нашу и счет. Переходим в компонент game. И давайте сперва выведем нашу кнопку start new game. Создадим функцию start new game, и которая будет возвращать некую кнопку. Которая будет класс name start btn. И которая на onClick будет возвращать нам
callback, в котором мы будем обновлять наш state, да, то есть мы когда закончили игру, у нас state уже заполнен, что игра закончена, и нам нужно обновить этот state. То есть мы берем setBoard и помещаем туда новый массив из 9 элементов, и который заполнен null, да, и это будет называться очистить поле. И теперь нам нужно эту кнопку вывести. Мы ее выведем перед полем. Start new game и вызовем эту функцию. Давайте посмотрим. Да, кнопочка появилась. Давайте немножко сдадим ей стилей. Идем в game CSS. Пускай будет width 200. Height 35. Margin bottom 25, cursor pointer, color white, outline уберем. Дальше давайте background зададим такой же, как и у фона. И, ну и border сделаем. 1 пиксель solid white. Есть. Так, кнопочка есть. И давайте сделаем какой-то hover, да, тоже на нее. У нас здесь будет background белый. Color будет вот такой. И transition. Да что ж такое? И сохраним. Да, кнопочка появилась. Теперь давайте проверим. Все, у нас крестик победил. Нажимаем очистить поле, и у нас все срабатывает. Все отлично. Дальше. И что нам еще осталось? Нам еще осталось вывести, кто сейчас ходит, да? И так далее. Для этого мы под нашей доской выведем тег p, внутри которого мы напишем некую логику. Ну, во-первых, да, если у нас есть уже победитель, тогда мы пишем, что победитель, и сюда указываем, что это winner. В ином случае мы пишем, что сейчас ходит. И здесь также указываем. Здесь мы определяем, кто сейчас ходит. Если x is next, то тогда ходит x. В противном случае ходит нолик. Да, и в принципе на этом все. Давайте перейдем, проверим. А, стилизовать забыл. Это у нас будет класс name, пускай будет game-info. И также перейдем в game-css. Делаем margin top 25, font size пускай там будет 36. И color будет white. Все. В принципе, все работает. То есть, да, мы сейчас нажимаем, у нас написано, что сейчас ходит крестик. Мы ходим. И теперь у нас меняется, что сейчас ходит нолик. Также ходим ноликом. И опять крестик. Нолик, крестик. И как только у нас победитель выявлен, то пишет, что победитель крестик. И наше поле становится неактивным. В принципе, вот такая вот незамысловатая логика. То есть, по сути, сложного здесь ничего нет. Буквально, грубо говоря, пару строк кода. И вот такая вот реализация простой игры крестики-нолики. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И если хотите, то напишите в комментариях, что бы вы хотели реализовать на React. И, возможно, я это сделаю. Также, если вам интересен не только React, вы можете писать на любые темы. Я подумаю, что мы можем с этим сделать. Все, ребят, спасибо за внимание. Всем пока.